Всем привет! Меня Айрат зовут. В своем первом видео я хочу вам показать, как я своего паука-самочку Брахипельму альбопилосум поселил в небольшой террариум-переноску. И еще это видео будет полезно для всех тех, кто только хочет завести паука, потому что я купил для него все необходимое и уложился в 1000 рублей. Заказал я все на Озон, и ссылки на все товары из этого видео для вас я оставлю в описании. Что хочу сказать, контейнер этот оказался совсем небольшим. Надеюсь, хотя бы первое время в нем ей будет комфортно. Потом думаю купить ей что-нибудь побольше. Кстати, этот террариум вообще-то для временного содержания рыб. Ну, в воде, естественно. Также я купил вот такой кокосовый субстрат, небольшого объема. Он будет почвой для паука, по которой ему будет приятно ползать. Он сейчас сухой и спрессованный, но мы его обязательно зальем водой. Он станет влажным и увеличится в размерах. Также обязательно для моего паука нужно было какое-нибудь укрытие. Я не стал покупать какие-либо дорогостоящие декоративные укрытия для пауков и рептилий, а заказал маленький глиняный горшочек. Думаю, он идеально подойдет для паучка, но перед этим я хочу его немного расколоть, чтобы он выглядел как-то уместно, что ли, в террариуме. Ну и, наконец, последняя из приобретенного. Это декоративная поилка. Она немного дороговата, на мой взгляд, но выглядит очень хорошо. Похоже на какой-то камень. Так, для начала я промыл все предметы. И теперь залью субстрат водой. Посмотрите, как он увеличился в размерах. Буквально за 5 минут он стал гораздо объемнее. Теперь я, как и хотел, немного раскалю горшочек. Хочу, чтобы в нем было хорошо видно паука, когда тот решит посидеть в нем. Высыпаем субстрат в мини-террариум. Добавляем воду в поилки и укрытие. Теперь переселяем нашу паучиху в новый дом. Надеюсь, ей в нем комфортно. К сожалению, в этом видео я не смогу показать вам ее кормление, потому что новый террариум для нее это небольшой стресс, и она точно не захочет сейчас ничего есть. Но надеюсь, в следующем видео я смогу показать вам этот момент. А пока что вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал. Это ускорит выход нового видео. Всем спасибо и до новых встреч!